Если вы перестали верить в любовь, отправляйтесь в Грузию. Эта страна непременно вылечит ваше разбитое сердце и заставит душу трепетать от новых чувств. И с тихой улыбкой печали гуляя с собой унесла. И тихой улыбкой печали любви, море приключений, любовь с акцентом. В среду вечером на телеканале «Самара ГИС». Фу! Это к деньгам, пошли. Да, было бы к деньгам, я бы ложкой ел его.